Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Last Craft. Ну что же, я сделал себе экспериментальную мастерскую, и теперь мне нужно поговорить с шерифом, так что побежали. Эй, шериф, подожди, давай-ка поболтаем с тобой. Так, шериф Рик, попрощаться, давай, праздничный шатер. Ну, вроде бы шатер установлен крепко. Да и станок работает исправно. Хорошая работа. Теперь ты сможешь создавать уникальные вещи по чертежам мистера Золотого Патрона. Отлично, ребята. Ну что же, завершаем это задание. 600 опыта нам дали. Теперь у нас построить кухню. Что для этого нужно? Так, подожди, это у нас ревард. А для того, чтобы построить кухню, давайте-ка глянем. Что нам нужно? Какие материалы? Так, значит, нужно 15 металлолома, 15 древесины и 5 резины. Ну, у нас уже немножечко есть, поэтому осталось совсем маленько. Хорошо. Так, это задание у нас идет в отслеживании. И также задание у нас стоит с вами «Доберитесь до Вегаса». Давай, наверное, до Вегаса мы с вами отправимся. Я думаю, что... Заодно мы поговорим с мистером Патроном, с этим золотым. Так, нам нужно, значит, сесть в тачку и отправлять... А, можно вот так вот сделать. Вегас. Ну, давайте, естественно, ребят, мы с вами поедем. Не будем тут пешком идти или еще что-то рассусоливаться. Быстренько и безопасно вот так вот. Блин, ну голимый как Fallout, а? Ребят, игруха, помните, да? Так же, как по карте путешествуешь. Ну, только единственное, что, конечно, она пиксельная. Но, тем не менее... Оу! О-хо-хо! Веселуха, да? Так, да поговорите с Элиотом. Так, хорошо, где он у нас? Милиция здесь. Ха-ха. Ага, вот он, Элиот. Добро пожаловать в Вегас. Привет, до нашего поселения дошли слухи, что в Вегасе всегда рады новым посетителям. Верно, новички приносят городу пользу и доход. Чувствуй себя как дома, прогуливайся, осмотрись. Может, найдешь себе работу. И если захочешь, чуть позже я могу рассказать тебе историю этого места. А сейчас извини, у меня дела. Поздравляем, задание выполнено, забирай награду. Хорошо, 320 опыта. Оп. Так, бутыль с водой. Капсулы для очистки воды. По ходу дела у нас это... Сделано все, ребята. Откреплять не будем. Доберитесь до арены. А где у нас арена? Погоди, зачем нам арена? Мы, ребята, хотели же с вами посмотреть. Так, вот он. Поговорите с патроном. Давайте-ка, ребята, глянем, где этот чувачок у нас находится и что он нам может предложить. Хорошо, отлично. Тыкс. Ах, вот он стоит, ребята. Это же он? По-моему, он. Мистер Золотой Патрон. Добро пожаловать в мою большую игру. Погоди минутку, сейчас я закончу с подсчетом фишек и расскажу тебе, что к чему. Поздравляем, короче, мы выполнили задание, завершаем. Двинс, мы получаем с вами, ребята, 4-й уровень, я нас с этим поздравляю. Так, и ты будешь нам что-то рассказывать или нет? Так, ну-ка давай-ка кликнем на него. Лучшая игрушка. Мир тебе. Сразу отвечу на вопросы. Я Золотой Патрон и прибыл сюда, чтобы поразвлечься. Очень хочется посмотреть, на что готовы отважные сорвиголовы ради хорошей награды. Поэтому я раздал своим людям игральные фишки и приказал разбросать их по окрестностям. Пока что не вижу особой связи между твоими действиями и моей отвагой. Все просто. Теперь отважные выжившие должны искать игральные фишки в желудках зверей и зомби, в карманах бандитов и прочего отребья. Первый приз — уникальный чертеж золотого ножа. Эта игрушка — лучшее холодное оружие, которое тебе доводилось видеть. Не тормози и тащи фишки. Я тут ненадолго. О, лучшая игрушка. Раньше в Вегас люди ехали, чтобы делать ставки и развлекаться. Теперь с этим туго, но только не для Золотого Патрона. Он устроил азартный конкурс испытания. Кто найдет и принесет больше всех игральных фишек, получит эксклюзивную награду. Чертеж ножа из чистого золота. Время не ждет, этот парень прибыл в Вегас ненадолго и может уехать в любой момент.
Ёпрасоты, красных фишек 100, золотых 75 и платиновых 25. Черт подери, ну этот нож, видимо, опупенно хорош, ребята, что, что вот так вот. И бензоколонка. А почему меня отправляют сюда? Переместиться на локацию. Бензоколонка 3-5 уровень. Слушайте, а зачем? Я вот не могу вот этого понять. Для чего мне сюда надо? Ну, ребят, если показывают, давайте уж так и быть. Прибудем. У меня, правда, горючки всего лишь 45 осталось. Дальше я не знаю. Не знаю, как мы будем с вами здесь передвигаться. Пешком по 10 минут. Ну, это совсем не радостно, конечно. Ладно, бензоколонка, так бензоколонка. Так, нет, не надо никакого спец... смотрите-ка, ядрить тебя на корень, ребята. Какого хрена тут опять кореец делает? Иди... Так, подожди, мне что тут нужно? Ах, все, ребят, я понял. Мне кажется, здесь нужно будет уничтожать монстров, да? И добывать именно вот эти вот фишки. По-моему, так будет у нас заключаться наше решение. Только я ни одного монстра здесь не вижу, если честно. Вот показывает мне куда-то идти сюда, но... Что тут? Тут ничего нету. Зомби 3-го уровня? Хорошо, давай попробуем в него пострелять. Так. Пич. Отвали от меня. Ой-ой-ой-ой, перезарядка. Да иди ты в баню с этим ножом. Ой, с этим... Вот так вот быстрее будет. Ну, давайте глянем, что. Ой-ой-ой-ой-ой, как же это, ребята, все будет долго. Так. Кто-кто-кто-кто? Я там вижу скорпиона. А если я его сейчас вот отсюда примерно... Попробую уничтожить. А ну-ка-ся. Блин, знаете, что мне нужно, ребят? Мне, по-моему, нужно поставить кнопку стрельбы. Потому что вот так вот я замучаюсь по ним стрелять. Фух, лопушок. Да, здесь почему-то нам ничего не дали. Да и рюкзак мне написали опять, у меня заполнен. Что ж ты будешь делать? А что это вообще такое? На плечи. Уху-ху-ху, на плечи. Давай их уничтожим, наверное, ребят. Все равно от них толку никакого. Местечко-то хоть осталось? Осталось, ребята. Так, забираем, естественно, галеты, блин. Ладно, галеты нам тоже пригодятся. Так, я думаю, что нужно мне сделать кнопку стрельбы. Да, пожалуй, на пробел мы и сделаем ее. Так. Давайте-ка затестим это дело. Правильно ли я все сделал? Я сделал просто все великолепненько, ребят. Есть. Фишки, блин, вы представляете, сколько мне здесь придется бегать и валить вот этих вот хмырей, чтобы накопить себе на золотой нож. Я думаю, охренеть, как много и долго. Слушайте, и, наверное, скорее всего, знаете, получается, что с определенных монстров выпадают определенные фишки. Потому что вот с этих выпадают именно золотые. Я сейчас еще разок попробую убедиться в этом. Чтобы на 100% быть уверенным, что так оно и есть. Сейчас посмотрим, есть ли опять золотые фишки. Ага, тут уже только кожа нам выпала. Погоди, а с какого перепуга вот этот вот у меня лут недобран? А? Опять не хватает места? Да, ребята, не хватает места, все опять у меня забито. Слушайте, платиновые фишки, 25 штук нужно. Что ты там копаешь, копатель хренов? Ладно, давайте я попробую вначале, наверное, найти, у кого падают платиновые фишки. Уж больно мне интересно это знать. Ой-ой-ой-ой, зомбарь вышел. На! Еще что такое мощное? Говнюк, а? Да отойдем, давай с тобой, наверное. Так, ну и что же мы получаем? Хрен, ничего хорошего, ребят, не получили. Блин, придется опять нам залечивать свои раны. Все, подлечились. Черт, а патрончики-то у меня заканчиваются. Вот что я вам скажу, ребят. И это нехорошо. Да что ж ты, блин, постоянно перезаряжаешься, а? Ну, что там у тебя в запасе? А, нет. Ребята, фишки идут рандомно. То есть с монстров выпадает со всех, но по рандому. Слушайте, а вот это вот я вот могу разбить? Или же нет? Наверное, должен. Не понял, это что сейчас? Стрелы выпали какие-то? Точно выпадают стрелы. Вот здесь должен быть металл... Кто там? Что там? Оу!
Ядрить тебя на корень. Как ты из-под тишка-то вылез? Будем тебя тогда чикать здесь. Захоркали его. Так, что тут у нас? Мясо, фишки, забрать все. Даже гаденыш не дал мне тут проверить. Да, ребята, металлолом здесь выпадает. Мы его будем забирать. А знаете зачем? Потому что нам нужно будет с вами кухню делать. А там нужен металлолом. Давай, 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 ломай, 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 ломай. Все здесь ломай. Отлично. И скорпион. Ну куда вы бежите? Идите отсюда. Без вас так было тут хорошо. Ё-моё, будут сейчас мне тут, ребят, мешать они, а? Они будут мне очень сильно мешать. Так, ладно, давайте-ка я убью вот этого скорпиона. Есть. Мой же? Мой лут. Да, мой, ребята. Или не мой, только что. Блин, говнюки. Так, ну что, ребята, я думаю, наверное, нам надо сделать, знаете как? А никак. Мы сюда с вами вернемся за этими фишками. Наверное, попозже. Ну, а пока... Хотя нет, попозже не надо, ребят. Нам еще нужно строить кухню. А чтобы кухню делать, соответственно, нам нужны материалы. Какие-то карточки тут нам достаются, непонятно от чего и для чего. Так, металлолом. В обязательном порядке он нам нужен. Я не могу понять, что такое синее это выпадает. Дайте-ка я гляну кое-что. Синее. А, это пластик. Все, понял, ребята. Нужна еще нам резина. А резина-то откуда, интересно, добывается? Пока непонятно. Так, ладно. Пойду я вон того скорпиона шваркну еще. Да хорош ты уже выделываться. Блин, отдают только мясо и кожу. Это все мне не нужно. Какого хрена ты стреляешь-то просто так? Давай, бери в руки топор. Вон там еще есть скорпион. В общем, ребята, этот Иви... Эй, скорпуша! Отвали от меня. В общем, этот ивент очень и очень, ребята, долго. Ну, сами понимаете. Пока все это накопишь. В общем, давайте-ка на паузу. Я буду здесь лутать. Потом увидимся, когда я все соберу. Ну что, дорогие друзья, я вам могу сказать. Если красные фишки и золотые еще падали здесь кое-как, то платиновые мне просто пришлось докупать, ребята. Ну что же, давайте отправляться в Вегас. Оу, у меня с горючкой-то все, тю-тю. Ха, проблемы большие. Хорошо, ребята. Короче, сейчас мы покупаем этот чертеж золотого ножа и будем отправляться к себе, наверное, в убежище. Там, естественно, мы посмотрим, что нужно для крафта ножа. Погнали, где он у нас? Ага, вон он стоит. Давайте-ка мы с ним полопочем. Лучшая игрушка. Неплохой улов, сделка есть сделка. Вот твой чертеж, а теперь попрощаемся. Ну же, не задерживай очередь. Ну-ка, 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 завершаем. Так, и что же за следующее задание он нам даст, ребята? Знак отличия. Ну, как тебе моя игра? Правда захватывает дух? Как твоя боевая готовность? Хочешь раздобыть второй чертеж? Что будет моей наградой в этот раз? Ха, ты удивишься. Тебя ждет знак отличия, который принесет удачу. Это чертеж звезды шерифа. Принеси мне нужное количество фишек, и он твой. Поспеши, если хочешь получить его. Я не планирую долго тут оставаться. Большая игра продолжается. Приз за второй этап — это знак отличия. Чертеж звезды шерифа от мистера Золотого Патрона. Добудь нужное количество игральных фишек и возвращайся к мистеру Золотому Патрону за наградой. Ядрить тебя на корень, да ты издеваешься, что ли? Красная фишка, 200 штук, ну это ладно, еще можно набить. Золотые 150, но платиновые 50 штук с этих зомбарей. Ребят, там народу просто тьма, там не успеваешь их набить. Да еще не с каждого зомби падают они, очень большая редкость. Ну я приму, конечно, но вряд ли смогу это, конечно, для него добыть. А вы посмотрите, что в результате тут получается. Нож золотой, да? Звезда шерифа, потом золотой пистолет, золотая шляпа. Где-то же, я помню, тут расписывалось полностью все, что он дает. Не помню, где это все у нас делается. Ладно, ребята, я, короче, поскакал на всех парусах.
к себе в убежище. Ну нафиг, там сейчас бегать, это еще на 3 часа там зависнуть. Придется покупать горючку, ребята. Ничего не поделаешь. И еду я в убежище, короче. Мне здесь нужно еще сделать кухню. Правда, я не помню, все ли я собрал все ингредиенты. Ладно, сейчас, ребят, мы сами в этом убедимся, все ли у нас или не все. Так, что у нас тут? Я вот забыл. А, это у нас склад. Ладно, склад нам не интересен. Так, это у нас вода. Вот это, по-моему, у нас кухня. А ну-ка. Так, не хватает, что? Древесины. Это у нас, ребята, с вами кухня. Подожди-ка, подожди-ка, как это не хватает древесины? А разве на складе у нас с вами нету древесины? Погоди-ка секунду. Давай-ка посмотрим. Оу, всего две древесиночки. Ну, этого, конечно, ребята, мало. Очень мало, я бы даже так сказал. Что у нас? Блин, пилюлик этих набрал зачем-то. Не знаю, что они делают, но, видимо, для лекарства. Соли там надыбал. Ножик, кстати, вот этот вот нашел. Ладно. Ребята, здесь, как вы знаете, я ничего не могу разрушить. Как ни странно. Так, а вот это что у нас такое здесь? Может быть, что-то все-таки мы сможем с вами сделать? Так, это у нас мастерская. Изготавливаются патроны и запчасти к различным устройствам. Блин, круто. Но опять же, дерева не хватает. Значит, нам нужно добывать дерево. Так, а здесь что такое? Так, это у нас плавильня. Незаменимое здание для работы с металлом. Все, я прекрасно понял. Короче, как ни крути, ребята, а дерево нам нужно. И для этого я отправлюсь. А куда же мне отправиться? Где мы можем с вами добывать древесину? Опять на бензоколонку, что ли? Блин, а нам больше с вами и некуда двигаться. Черт бы их побрал. Ну ладно, хорошо, давайте я сейчас там, наверное, побомблю древесиной. Ну еще сколько зомбарей там побью. Но чтобы серию, ребята, не затягивать, мы с вами не будем сейчас собирать вот эти вот фишки. Ну, если только они по пути. А нужно нам сейчас древесина. И я уже вижу дерево. Отлично. Так, скорпиончик здесь стоит на пути у меня. Так, забомбили. Понятно. Нет, конечно, ребята, можно, как и в тот раз, докупить просто недостающие нам материалы. Не так уж, в принципе, это и дорого стоит. Но не хочу я, ребята, их покупать. Не хочу. Пускай это все, конечно, и дешево стоит, но не хочу. Так, давайте вот древесину с вами будем добывать. Я сказал, древесину, что ты там бьешь? Так, а до того, ай, до туда достанем, нет? Достали. Так, замечательно. Погоди, почему древесина ко мне не идет в карман, а? В чем проблема? Аж опять что-то... Блин, ну что на этот раз можно уничтожить, а? Все нужно, ребята. Давайте вот этот пояс уничтожим. Нафиг он мне нужен, да? На самом деле. Занимает. Так, 9. Там, по-моему, нужно 25. Что такое, я не пойму. Ах, мы еще и кушать хотим. Елки-палки, придется перекусить, ребята. Давайте галет поедим. Ага. Так, ну и еще, естественно, нам нужно будет попить. Давай-давай, пей, не стесняйся. Так, этого мало, надо еще маленько, да, наверное? Давай до соточки уж, хорошо. Так, и галет с тобой съедим. Давай, наверное, все с тобой скушаем. Не перебор ли это будет? Нет, как раз самое то. Все, и пойдемте дальше мы с вами добывать древесину. Слушайте, а вот это, я так думаю, наверное, здесь тоже что-то можно ведь. Камень, наверное, да? Или руда какая-нибудь железная. Так, это, по ходу дела, ребята, сейчас почитаем, что это такое. Ага, это булыжник, стройматериал. Слушайте, ну он, скорее всего, нам тоже пригодится. Блин, ну как он добывается туго? Я боюсь, у меня так топорик быстрее сломается. Слушай, ладно, это все потом. Это все потом, нам сейчас нужна древесина. Железный металл, ребята, кстати, достается вот из бочек. Вы это знаете, без меня прекрасно. Так, что там? Фишки вроде были какие-то. По-моему, опять красные. Ну, скорпионы вот от этой циркулярки вообще у меня падают на ура. Просто лашпены.
Ну, с красными фишками здесь проблем в принципе нету. Я еще раз повторю, ребята, вот платиновые очень тяжело добываются. Остальное все, в принципе, ерунда. Так, что у нас тут, а? Может быть, что-нибудь полезное, видите? Как нам повезло. Забрать, конечно же. Остальное, в принципе, мне не нужно. Я вот интересно думаю, вот эти вот реальные игроки или нет? О, смотри-ка, фишку подкнокали у чувачка. Или это боты, а? Кто знает, ребят, кто играет в эту игру, напишите мне, пожалуйста. Так, ух, какие скорпиончики лашпены. Тогда, а, вот, древесинку забираем. Это, да иди ты. Ты какого хрена лутаешь мой лут? А, сруль, Соломонович, блин. Я не понял, он все, что ли, гад забрал у меня здесь? Ах ты, пройдоха ты мелкая. Ну, гнида. Действительно, по-моему, все тут залутал мою. А вот, ребята, вот эти вот зомбари, кстати, и должны давать нам, по идее... Нет, это третьего уровня, а мы с зомби четвертого уровня дрались, чтобы получить платиновые фишки. Сейчас посмотрим, может быть, и с этих тоже. Так, вижу только галеты, всякая хрень. Иди сюда, зомбарь. А, вон, смотрите, еще один стоит. Да не один, и тут вон сколько, зомби 3 и зомби 3. Это, я так понимаю, третьего уровня, ребят. Сейчас посмотрим, что эти олухи нам дают. Так, ну что же, золотая фишка, да? Забираем. А это что такое? Я так, ребята, и не почитал, что вот... Ага. Так, это у нас золотые. Золотые, красные и вот, блин, самая проблема, это, конечно же, платиновые. Для меня, по крайней мере. Может быть, для кого-то они, конечно, легко добываются. Слушай, подожди-ка, а вот забор можно сломать на деревяшке или нет? Давай проверим. Или... А, он вообще просто так ломается. Хорошо, а вот это что у нас за кубы? Опять металл какой-то, да? И он не ломается. Угу, понятно, ребята. Где же дерево-то? Тут такая проблема с этим деревом, что ли? Я не могу понять. Зомбарь, ну какого хрена ты встал, а? Ну вот какого хрена ты встал? На! По спине получи. Пока очнулся, ребят, мы его уже и грохнули, грубо говоря. Ха-ха. Тупица. Слушайте, ну я вижу здесь у нас... Кактусы растут. Где дерево? А, вон, вон дерево, вижу, вдалеке. Это же дерево, по-моему, да, ребят? Мародеры. Ну, это, в принципе, для нас тоже ерунда. Давай по-быстренькому забомбим. Ну, красные, понятно, красные фишки. Иди сюда, говнюк мелкий. Отдуплился. Так, а вот это интересно, это дерево или нет, смотрите. Слушай, скорее всего, нет. Какие-то как горы, а вон там, наверное, дерево. Бандитка четвертого уровня, иди сюда, бандитка. Сейчас буду с тобой разбираться. Да-да, ребята, она с оружием. Так, что ты нам дашь? Угу. Золотая фишечка. Кстати, патроны. Почему мы не можем с вами взять патронов? Я не понял, опять что ли места нету? Да, ребята, как всегда. Ускоряет реакцию, стимулирует мозг на 15. Давай-ка вот это мы используем с тобой. А патроны возьмем. Вот так. Слушай, по-моему, это ни хрена не дерево. Это вроде бы как какой-то знак. И это, по-моему, бетон. Да, ребята, так есть. Вообще, короче, полная засада здесь по древесине. А, вот, вот, вижу. Так, и тут еще, смотри, зомбарка лежит. Ползучий мертвец. На, 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 получи. Золотые дали. Так, ну вот у нас и древесина здесь, ребят. Ломаем абсолютно все, полностью. Дерево нам нужно. Хорошо, а, отлично просто. Так, давай, 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 ломаем, ломаем. Не расслабляемся. Ни на секунду. Все, добили. Доломали последнее дерево в этой пустыне. Больше нету, что ли? Эй! Уголечек. Скорпион, иди сюда, я тебя сейчас звездану третьего уровня. Так, что в нем? Древесина только оказалась. Вообще, эти фишки, ребята, здесь очень проблематично добываются. Мало того, что здесь монстров мало, так еще и не с каждого они выпадают.
Вот так-то вот. Так, скорпионы, идите сюда. Да давай ты уже падай. Замечательно. Красные фишки, кто бы сомневался. Так, иди сюда. Так, подбили. То же самое, галеты и красные фишки. Кстати, нужно, ребят, наверное... А у нас что, галеты не собираются? Да ладно. Что, серьезно, что ли, галеты не берутся? Какого лешего они мне нужны, блин? Для того, чтобы голод утолять. От чего опять отказываться придется, а? Все нужно, ребят, абсолютно. Нитки, херитки. Давай, наверное, вот это вот мы уничтожим. Порох. Я знаю, что, ребята, он нужен нам для изготовления патронов. Это я больше чем уверен. Так, забираем. Иди сюда. Кстати, у меня скоро оружие, ребята, вот это вот сломается. Его нужно будет чинить. Чинить, соответственно, его, опять же, за деньги. За монетки. Так, забрали. Фишек нам не дают. Называется, пришел, блин, дерево пособирать. Оу, предмет сломан. Вот о чем я вам и говорил. Так, лук здесь не поможет. Давай ставить нож. Переместить. Переместить, естественно, ребят, его перемещаем вот сюда. А этот надо нам чинить. Ремонт. Пускай сделался, сделался. Ну, иди сюда, говнюк. Я пущу сейчас нам мясо. Вот так вот. Да, нож, конечно, хороший, но медленный. И слишком слабая у него, ребята, атака. Поэтому нужно, опять же, брать себе циркулярку. Все это тоже, ребятушка, нужно крафтить. И желательно, наверное, не по одной штуке. Давай вот сюда переместим. Да что ты будешь делать? Я говорю, переместить вот сюда, вот. Все. Скорпиончик, иди сюда. Так, сдох. Забираем пластик, забираем все. Где дерево? Мне нужно дерево, ребята. 25 штук это минимум. Для того, чтобы я мог сделать крафт. Эй, тихо, нифига ты. Тихоня такой спрятался, блин, за бочки, а? Ха-ха. Думает, я его не вижу. Так, опять золотая фишка. Зомби 3, иди сюда. Ну-ка, что с тебя? Не, ребят, так дело не пойдет. Мне нужна древесина. Фиг ли я с этими зомбарями сейчас, как говорится, трачу наше драгоценное время. Зомбари, отвалите. Я не хочу даже с вами тут связываться. Где древесина? В конце-то концов, а? Просто нету. Грабитель там какой-то. Какой-то грабитель. Кстати, с грабителем я еще, ребята, не сталкивался. Так, подбили. Что он дает? Дерево. Хорошо, хоть так. Так, нужно подхилиться нам обязательно. Сейчас я, кстати, 5-й уровень получу. Да-да-да, ребята, он... Вот, вот она, древесинка-то. Ёпрасоте. Дефицит ты наш, блин. Ну, в данный момент. Я больше чем уверен, что есть какая-нибудь локация, здесь лес. И там это вот дерево будет пруд-пруди. Но просто я пока в данный момент не могу туда пойти. У меня всего лишь 4 локации открыты. Так, давай-давай-давай, ломаем-ломаем. Так, сколько у меня сейчас в данный момент дерева? 32, замечательно, ребята, все, мы с вами можем отправляться в убежище. И уже делать. Вот сижу теперь и думаю, что нам лучше сделать, кухню? Или же что-то другое, или мастерскую, а? В принципе, и там нужно дерево. Ха, вопрос такой интересный, да, ребят, на засыпочку, так скажем. Так, это у нас кухня, ребята. Здесь у нас мастерская, скорее всего, да? Там тоже мастерская. Сейчас мы посмотрим, что у нас вот это вот. Так, плавильня. Все, я понял. Плавильня пока нам не нужна. Она нужна будет, но не сейчас, не сию секунду, ребята. Так, здесь почему-то у нас ничего не отмечено. Видимо, еще рановато, да, нам? Гараж 1-го уровня. Офигеть, тут еще и гараж у нас будет. Опупеть. Так, а это что у нас такое? Давай посмотрим. Ага, фишки, это я могу, значит, создавать. Нет, спасибо большое. Фишки мне самому нужны. А это у нас, я так понимаю, госпиталь, скорее всего, можно будет делать, где мы сможем с вами крафтить. Так, медпункт производит стимуляторы и другие лекарства, позволяющие не помереть от ран в бою. Ну, в принципе, я и прав. Йо, просто, посмотрите. Уровень 5. Уровень 8. Это все можно будет потом, ребята, делать. Йо, КЛМН. Прикольно.
Так, ну что же, тогда делаем с элементарного, что нам в данный момент вообще доступно. Я смотрю, вот здесь... Ах, смотри-ка, алхимия, что ли, какая-то? Нет, алхимия недоступна, а вот здесь вот нам доступно. И это у нас кухня. Ладно, хорошо, будем делать кухню, ребят, с вами. Погнали. Отлично, теперь у меня есть кухня первого уровня. Ускорить. Хрен с ним, давай сделаем на ускорение. Так, взаимодействие. И что же я могу делать? Я могу делать, ребята, стейки, я могу делать галеты и яблочный пирог. Офигеть, всего тут нужно куча целая. Даже сочно и вкусно, его можно употреблять в пищу. Яблоки можно добыть из листвы деревьев. Понятно. Так, мука, ну это всем ясно, что такое мука. Ладно, что у нас еще с вами? 17 дерева, этого, естественно, ребята, не хватит ни на какой крафт, но шериф там что-то хочет, видимо, сам он со мной пообщаться. Давайте-ка к нему побежим, узнаем, что ему этакого нужно. Приятного аппетита. А ну-ка. Отлично, новая кухня, новые деликатесы, а теперь не отвлекай меня, я буду создавать кулинарный шедевр. Ах ты, гаденыш. Так, награды мы получаем с вами уголь, так, 10 баксов и опыт. Замечательно. Так, ну почему-то он не хочет, ребята, завершать это задание. А, видимо, у меня инвентарь, ребята, полный. Так, хорошо. Давайте-ка сходим с вами, где у меня вот этот склад. По-моему, да. Мы что можем с вами выложить? Так, древесину мы заберем. В инвентарь возьмем. Так, отлично. Ботинки вот эти вот нафиг, в принципе, нам не нужны, поэтому их можно уничтожить. А положим сюда мы с вами лук. На склад его отправим. И, пожалуй, вот эти вот каменные блоки тоже мы на склад отправим. Теперь, по идее, он должен нам позволить завершить задание. Ну-ка. Завершить. И... Да. 5-й уровень, ребята. Поздравляю нас всех. И тут у него, кстати, еще было задание. Давайте посмотрим, что это такое. Так, открыта точка быстрого перемещения 6-8 уровня. Спасибо большое. Ух ты, младший брат, необходимая мера. Давайте начнем, вот, наверное, с младшего брата. Нам нужно решить вопрос с продовольствием в нашем поселении. Мой младший братишка Кларк обосновался у заброшенной забегаловки на старой бензоколонке. У него есть нужные связи и знакомства, чтобы помочь нам. Так в чем дело? Он не выходит на связь уже долгое время. Проверь, все ли с ним в порядке. Если да, то договорись о поставках продовольствия. Я отметил место, где находится его кафе, на твоей карте. Шериф переживает за своего младшего брата, Кларка. Отправляйся на бензоколонку и проверь, все ли у него в порядке. Доберись до кафе Кларка. 400 опыта мы, ребят, получим с вами. Соглашаюсь я, короче, с ним. Так, читаем следующее. У нас здесь администрация руин. Привет, у меня к тебе дело. Пришли новости, что в соседнем городке не все спокойно. Местные выжившие просят о помощи. Но, как ты понимаешь, связь ужасная. Сможешь добраться до туда и узнать у их мэра, что конкретно им нужно. В эти трудные времена мы должны помогать друг другу, иначе нельзя. В ваше поселение поступил сигнал бедствия из разрушенного города, неподалеку отсюда. Тебе нужно отправиться в заброшенный город в пустыне и узнать у местного мэра, что стряслось. Обязательно, ребят, принимаем. И еще тут одно задание, необходимая мера называется. Не думал, что все будет идти настолько хорошо, но нам нельзя расслабляться. Нужно позаботиться о запасах провизии. Твои близкие вряд ли будут обрадованы, и если ты умрешь с голоду или от жажды. Так себе шутка, Рик. Какой у тебя план? План? Это громко сказано. Нужно просто собрать ингредиенты и заготовить при помощи них припасы. Капсулы для очистки воды... Можно встретить в заброшенных домах, а лучшее мясо в округе у скорпионов в пустыне. Ну что стоишь? Голод сам себя не утолит. Одним из самых опасных врагов пустыни является голод и жажда. Шериф Рик попросил тебя собрать в окрестностях водочистительные фильтры и добыть мясо скорпионов, чтобы обеспечить вам выживание. Естественно, ребята, я принимаю это задание. И, по-моему, все, да? Все, больше мы ничего не можем здесь сделать. Так, зато, ребята, давайте-ка, подожди, отсвечивать не вижу, ребят, надо повернуть сюда. Что у нас тут за задание есть? Галеты. Галеты, сухой рацион. Приятного аппетита производится, так, сухой восполняет сытость. А что нам нужно именно с галетами-то сделать? Я не понял.
Странное какое-то задание. Так, топорик. Это же у нас, по-моему, все, ребята, сделанное, да? Кухня. Да, это сделанное. А вот это вот, которое у нас в данный момент висят. Поэтому я думаю, что мы начнем, наверное, с вами... Подожди, а вот добраться до арены нет такого. Давайте-ка следить. Нам, значит, нужно... Группировка гладиатора набирает бойцов для схваток на арене. На стадионе и поговорить с Крушилой. Так, давайте посмотрим, где у нас Крушила. Стадион ПВП-арена. Хорошо, перейти, да, переходим с вами сюда. Давайте поговорим с Крушилой и посмотрим, что он нам там даст за задание такое. Крушила, ребят, точно. Ну-ка. Так, гладиатор. Крушила приветствует тебя, гладиатор. Хочешь помериться силами с другими чемпионами на этой арене? Возможно, но арена не слишком громкое слово для заброшенного бейсбольного стадиона. Любой стадион, по сути, своей арена. Просто до войны их редко использовали по назначению. Если хочешь записаться на бой, дай мне знать. А группировка гладиатора набирает бойцов. Я понял, ребят, завершаем это задание. 400 опыта получаем и продолжаем с ним лялякать. Гильзы для Крушилы. Хм. Приветствую тебя на арене. Мои парни жалуются, что у них осталось мало гильз для производства патронов. Достань для них гильзы разных калибров. Для этого разбивай ящики на стадионе или убивай других участников и забирай гильзы у них. Ну чего стоишь? Вперед! Ха, ты жук. Надо принести Крушиле гильзы, которые можно найти, разбивая ящики на арене стадиона. Гильзы также можно подбирать с убитых противников. 30 штук того, 30 штук того и 30 штук того. Там понятно, ребят, принимаем. Ну что, он еще... Ох, нифига там, чувачка, костюмчик, нехило. Так, что еще он мне там? В бой. Все мои поручения выполнены? Нет? Тогда чего ты ждешь? Вперед на арену! Угу, понятно. Вперед на арену, ребят, я, наверное, сейчас буду выглядеть камикадзой. Но делать нечего, побежали. Что это такое тут лежит? Что это лежит? Забрать... Оу! Да ладно! Ах, вот оно что! Ха-ха-ха! Драка, короче, блин, драка-то дракой. Ребята, у меня инвентарь-то заполнен под завязку. Черт бы его побрал. На дорожку. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот жалко, что я не могу прямо отсюда отправить на склад свои вещи, ребят. Очень и очень жаль. И с горючкой-то у нас как дела обстоят? Я успею добраться к себе до этого, до своей базы? Покинуть стадион? Нет, не хотелось бы, конечно, покидать. Но и уничтожить нам нечего. Или же есть все-таки что-то? Сейчас я посмотрю, ребят. Так, можем убрать нож. Уничтожить, да? Я думаю. Галету мы, наверное, с вами сейчас съедим. Галету мы съели. Одно место есть у нас свободное. Так, нож. Черт, неохота нож-то уничтожать. Так, а если мы с вами перезарядимся? Мы потратим с вами патроны или нет? Сейчас проверим. Так, перезарядка. Смотрим в инвентарь. Да, две ячейки, ребят, свободные у нас теперь. И... Хорошо, я сейчас зайду быстренько на арену и посмотрю, чем у нас тут будет все забито. Естественно, возьмем в руки топорик. Так, гильзы, да? Понятно, сколько там? Ой, так мы так сейчас быстро с вами наберем-то все. Ребят, какие проблемы-то, ё-моё. Никаких абсолютно проблем я не вижу. Только вот ломать мне их почему-то самому приходится. Да что ты делаешь-то? Вот, отлично, давай теперь вот здесь вот. Так, по 5 штук нам дают, ребят. Так что сейчас быстренько мы все здесь с вами набьем. Так. Давай-ка еще вот этих вот налупим. Подожди, я сказал налупим. Где они? Почему-то ко мне не присосались. Ага. Все, отлично. Разные калибры, так разные калибры. Какая нам разница, да, какие собирать? Слушайте, а где все ребята? Вроде туда я как-то рванул. Там... А, мы, наверное, не с той стороны с вами зашли.
А я сейчас проверю. Нет, по-моему, там друг друга валят они или не валят. Ах так ты, гад. Ну-ка, дай-ка я возьму вот эту пилу, я тебя сейчас нахлобучу. Иди сюда, Биг Хаммер. Готов, Хаммерок. Забираем все. Кстати, вот, ребят, там еще какие-то у него жетоны. Дайте я выкину нафиг эту соль, потом, если что, наберу ее заново. Я вот эти вот фишки попробую набрать. Не знаю, что они нам дают, но, по-моему, их нам тоже нужно собирать. Гильзы, гильзы, гильзочки мои. Так. Остались вот эти вот гильзы 7,62. Да, именно вот эти вот тонкие. Еще пяток. Еще пяток. Да что ты мне, не это мне надо, не это. И не эти. Все, ребята, выполнил задание. Так, все, показываешь мне, куда надо идти? Стрелочка, ну не дури. Сейчас мы отдадим вот эти все гильзы крушили и, наверное, дадут нам кучу-кучу опыта. Ой, подожди, а там зомби почему-то. Вот сюда, что ли, нам нужно? Да, вон он, крушила. Опять тут корейцы эти. Чё вы бьете мне, блин, крушилу? Отвяньте от него. Да, вот твои гильзы. Раунд пройден. Продолжаем веселуху. Блин, опять не хватает места. Да ядрен ты вошь, а? Да что ж такое-то? Что опять мне нужно уничтожить, ребят? Я не знаю, блин. Нитки эти? Ну давай нитки уничтожим. Хотя, подожди, почему так предупреждает нас? Нет, нитки мы, пожалуй, с вами оставим. Давай уничтожим уголек. И что же еще? Кожа нам пригодится. Ну, давай вот это вот уничтожим. Все равно пока аптечки у нас нету. Так, ну что, крушила, ты будешь? Да, пройден. Вот, теперь завершаем. Отлично, 300 опыта, ребят, получили. И... Так, зачистка сектора А. Специально для тебя я приготовил следующее испытание. В сектор А пролезли зомби и мешают боям. Твоя задача их убить. Пока не разберемся с ними, можешь не возвращаться. Вот ты, гаденыш. Нужно убить зомби, который находится на стадионе в секторе А. Ладно, ребята. Я погнал в сектор А убивать зомбарей. А вот этого тоже могу убить? Пардонче, браток, пардонче. Я не хотел. Я не хотел, бля. Ага, Аннет. Вот, ребята, этот чмошник меня убил. Хорошо. Хорошо, что мы ничего, ребята, от этого не теряем. Где этот гад, Аннет? Смотрим, я его хочу выследить. Где-то... Вон он бегает, чмошник этот, с автоматом. Хорошо. Значит, он здесь обосновался, да? И мешает людям, я так понимаю, играть. Вы все запомнили этого лоха, да? Это хорошо, потому что ему потом не жить, поверьте мне. Вообще-то я мог бы сейчас ему жопу полную устроить. Но не хочу просто деньги тратить, ребят. А так, знаете, купить какую-нибудь шмотку. У нас же здесь есть, по-моему, где-то в магазине. Не помню, ребята, есть, нету. Ну вот, например, даже если взять боеприпасы. Что у нас? Нет, по-моему, нифига нету. Есть военный комплект, но это 19 уровень. Выживальщика не нужен. Короче, пока даже бесполезно это делать, потому что что он там? Слушай, это он для кого тут? Он случайно не качает еще одного перса себе, нет? Ладно, погнали, ребята, хрен с ним. Мне нужно зомбарей уничтожать, так что... Что-то чувак потихоньку-потихоньку двигается. Смотри, 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 кто? Кто убил? Ага, понял, ребят, ну так и есть, этот говнюк... Просто-напросто нас вылавливает. Мешается, да, значит, здесь? Ладно, давай и еще разок посмотрим. Слушай, подожди, а вот этих зомбарей я, наверное, тоже могу уничтожить, да? Или же нет? Сейчас проверим. Так, зомби-ползун 8 уровня, ребят, нихера я полез-то. Ух ты, а тут платиновые фишки падают. Сектор А. Я стопудово не в сектор А иду, ребят. Как пить дать, не туда лезу. Но зато фишки и падают. И причем так хорошо. Кто, че, где? Вот, вот она, падла, вот она, падла. А ну-ка.
Смотри-ка, прям с каждого зомбаря, ребята, фишкари вылетают. Слушай, а там что за зомби у нас такой стоит? Зомби-болельщица 9 уровня. Не-не-не-не-не. Ребят, вот кто 9-10 уровень, я думаю, здесь фарм самый смак. Если кто не знает или не знал, идите прямиком на арену, вот в эту вот локацию, здесь где-то сбоку пристроечка такая, и фармите, фармите, что есть мощи. Довольно все легко и просто. Так, ну а я все-таки попробую через этого Анета пробежать. Не знаю, будет подлавливать он, наверное, здесь, гаденыш этот. Он не дает мне. Он специально тут бегает, вылавливает всех. Нету. Бегу, ребят, бегу, 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 бегу. Успею, не успею, я не знаю. Ну, здесь добер-зомби, 4 и 5 уровни. Попытаемся, посмотрим, что у нас из этого получится. Да, отлично, эти нам как раз и нужны. Так, зомби... Тихо, тихо, тихо. Давай как... О, о, родной орёт здесь. Главное, чтобы ребята нас не зажали с двух сторон. Иначе раскромсают. Кстати, здесь тоже фишки падают. Но здесь только красные. Давай, давай, давай. Смотрим. Так, отлично. Вот если они вдвоем нападут, будет очень больно, ребята. А по одному мне, наверное, не получится их отсюда вызволить. И не забываем, что эти зомбари у нас и вообще вся эта требуха респаунится. Вот, видите? Так, доберман. Ну, с ним мы справимся. Так, сколько нам нужно? Сектор А. Еще одного зомби нужно уничтожить. Всего лишь еще одного зомби, ребята. Да, эй, опасно. Опасно, щекотливая ситуация, ребята. Тут у нас какой-то якобы бар был, ребят, смотрите. Ну, воу, золотую фишку. Ну что, я пошел сдавать, ребят, задание. Нашему крушили. Надеюсь, он заценит мои старания, как говорится. Так, 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 давай-ка, крушила. Я иду к тебе. Зачистка сектора. Раунд пройден. Продолжаем веселуху. Продолжаем, продолжаем. Завершить. Вот он этот Анет стоит тут, блин. Так, что еще? Винтовка для крушилы. Да ты достал уже, на самом деле. Ну, давай возьмем задание. Моим людям нужны новые винтовки, и ты поможешь им. На нижних ярусах стадиона есть ящики с символом арены. В них находятся запчасти для винтовок. Я хочу получить эти детали как можно быстрее. Так, приклад снайперской винтовки, ствол снайперской... Короче, все про снайперскую. Хорошо, я принимаю, ребята, этот вызов. И нам нужно идти вот сюда. Нижние ярусы. Так, давайте-ка подлечимся маленько. Ага, вон, я вижу, ребята, ящики как раз лежат. Видимо, в них все это дело и будет лежать. Сейчас проверим. Да, так оно и есть. Черт, а у меня что? Да, как всегда, ребята, нехватка места. Уничтожаем эту фигню. Малая доза адреналина. В упор не знаю, для чего она нужна. Гильзы, я думаю, что вот эти вот тоже можно уничтожать. Они нам уже, наверное, не пригодятся. Все. Черт, не нравятся мне вон те зомбари, которые там стоят. Совсем не нравятся. А, они... Какой? Радиумный зомби? Это как понять? Радиумный зомби. Сейчас я проверю, ребят. Сейчас я проверю. Ох, ядрить его. Вот это вот действительно зомби, ребята. Радиумный. Вот так вот. Так, ладно. Забираем все эти фишки, которые здесь будут выпадать. Блин, опять же, не в каждом ящике. Ага, хорошо. Так, что нам тут нужно? Приклад. Приклад еще нужен. Ага, места не хватает. Ладно, давай мы с вами уничтожим ткань. Ткань, блин, она же... Вот все здесь нужно, ребят, абсолютно все. Поэтому я, наверное, открою еще один слот. Все, надеюсь, нам с деньгами повезет. Погоди-ка, я там не добрал, да? Ну да, как видите, не успел добрать. Потому что не было места в инвентаре. Так, ну давай-давай, ломаем, ломаем. Что у нас там по голоду, по еде? Пока все хорошо, терпимо, ребята. Ах, не хочется мне с ними связываться. Но, по-моему, придется все-таки... Погоди, вот еще ящик, ребята, вижу ящик. Но, наверное, придется мне все-таки с ними разбираться по-другому. Ага, вон там еще, оказывается, можно побегать. Замечательно, тогда, естественно, ребята, мы с вами здесь все и успеем собрать. Эй, олух, иди отсюда! Дай мне здесь нормально пофармить. Так, вон иди, вон, зомби дерись.
Черт, все почистил, да, гаденыш? Вот хотелось бы мне знать, вот это вот реальный игрок или это бот? Блин, мне такое ощущение, что это реальный игрок 5 уровня, так же, как и я. А если я его, например, втихую сейчас забомблю, можно здесь драться, нет? Сейчас попробуем, ребят. Иди сюда. Могу, ребят, я его могу бомбить, смотри. Или не могу? Черт подери, красота какая была, а? Ух, а вот это вот мне нравится, ребята. Что можно здесь драться. Так, в общем, стволы для снайперок мы уже с вами добыли. Единственное, что мне не нравится, что топорик у меня на исходе. Вот это вот очень плохо. Че, ты опять... Бум, ты хотел, ты на кого тут булки крошишь-то, эй, трафарет. Давай, я тебя жду, и сейчас стопудово еще... Так, надо подкрепиться, я больше не уверен, что он сейчас прибежит еще раз. Он психанет, может быть, купит даже ствол и просто придет и расстреляет. А может быть и нет. Так, зомби радиумный привязался вот вдвоем, если они сейчас на меня нападут, будет плохо, ребят. Ладно, поэтому давайте попробуем уничтожить зомби. Ой-ой-ой-ой-ой, куда-то я упал. Ага, вон он, ребят, смотри. Он меня не видит. Дурила. Круть, ребята. И все. Я его что, лутанул так по-жесткому? По ходу дела, да, ребят. Смотрите, я у него все забрал, что у него было. И побежал я быстрее отсюда нафиг сдавать задание. Вон он где-то сейчас здесь выбежит. Смотри. Где-то... А, он на базе, да. Все, братишка, поздно. Даже не думай тут шалить, потому что я уже все здесь завершил. А ты можешь там спокойно себе бегать и лутать. Не буду я тебе мешать, как говорится. Так... Винтовка для крушилы, да, естественно. Раунд пройден. Прими мои поздравления. Так, ну что же, ребята. Ах ты, ядрить тебя на корень. Ребят, не хватает опять места в инвентаре. Делаем опять зачистку глобальную. Что же нам? Стрелы, я думаю, нам пригодятся. Это пригодится. Я думаю, что нож придется нам уничтожать с вами. Вот так вот. Ну, теперь-то все будет хорошо или нет? Нет, ребята, не хватает все равно одной буквально ячейки. Я не знаю, для чего эти жетоны. А, для получения ПВП наград. Ага, вот оно что. Хорошо, тогда мы их, наверное, ребят, с вами оставим. И уничтожим мы тогда с вами. Давайте стрелы. Да, я стрелы уничтожу, ребята. Ну, крушило, все, на этот раз-то все будет, да, все хорошо. Ух. Так, у него еще, что ли, задание какое-то есть? Зачистка сектора Б уже. Продолжаем соревнования. В секторе Б обосновались дикие звери из пустоши. Пора бы уже их покрошить. Ого. Воу, для дробовика принимаю, ребята. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы, наверное, на этой ноте с вами завершим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующий раз и продолжим играть. Смотрите-ка, ребята, он смеется, ха-ха-ха, пишет. По-моему, это все-таки реальные игроки. Ну, как говорится, увидимся в следующей серии. Всем пока и удачи.